Здравствуйте, друзья! Приветствуем вас из Казани. Посмотрите на этот стадион. Итак, Барс-Арена. Здесь сегодня состоится очередной матч МЛБ первой лиги по футболу, в котором сразятся две действительно яркие команды. Артур Глай, опасный момент. Рубин быстренько отправился в контратаку. Можно бить поворотом, удар в ближний угол. Лисакович попадает в сетку с внешней стороны. Обменялись такими небольшими уколами. У Рубина был момент чуть поярче. Низам доходит мяч. А выход один на один Безрукова. Забивать можно Рубину. Удар и не попадает Безруков в ворота. Вот так вот. Говорил я про опасный момент. Перехват Рубина в центре поля. Хороший пас Горбунова на Лисаковича. Бьет Лисакович в ближний и открывает счет. Не было положения вне игры. 1-0 повел Рубин. Ну и как сегодня Лисакович пользуется своими моментами в борьбе с защитниками. Преимущество как будто численное у Рубина сейчас. Передача Зотова на Самошникова. Самошников показывает, что будет бить. Удар! Какой гол кладет Самошников! Браво! С возвращением, Илья! Да, он сразу показывал, что будет бить в дальний. Никто не клюнул на это. Ушел влево, ушел вправо. И как-то очень просто освободился от защитников. Численное преимущество есть у Алании. Можно что-то придумать. Хороший момент. И очень было похоже на нарушение правил. Итак, разбег, удар и очень хороший пенальти. На восполнение Ислама Машукова. Очередной гол этого форварда. Навес Галаяна. Бить можно в ближний угол. Это гол! Алания забивает. Вот это характер у парней Владикавказа. Молодцы. А Самошников сам все взял в свои руки. Момент какой хороший. Не забивает Лисакович. Вот эта игра у нас пошла. Хорошо очень бил Лисакович. И звучит финальный свисток. Ничья 2-2 в Казани.